Мы сейчас едем на гору Интанон, самая высокая точка в Таиланде, 2600 метров. И вот все выше и выше поднимаемся, и в итоге попали уже в облака. Облака, так, здесь холодно вообще, даже вот невероятно. Я не знала, оделась очень легко, но в итоге вот сейчас чувствую из окна такой ветер прохладный, как будто это Россия, не знаю, там осень какая-нибудь ранняя. Но люди, в общем-то, идут, некоторые даже пешком, паломники, я смотрю. Вот, но такое ощущение, как будто на самолете уже летим и влетели в облака. Вот так вот здесь. Вот этот весь туман — это облака. Обалдеть. А, да, кусками, да, он не местами появляется. Ну, как облака, правильно. То есть ты проезжаешь облака, и потом он заканчивается. Может быть, еще от погоды зависит. Сейчас погода такая. Может, стоит приехать сюда в другое время, когда не такая, не сезон дождей, да? Класс билеты. Как 80 бат, Вася.